Ник с программою пыхтел и на улицу глядел. Ваня пел, Михан молчал, Стёпа в нете зависал. Дело было вечером, делать было нечего. Файл завис на мониторе, не скачать его никак. Тут сказал Илья ребятам просто так. В интернете есть проект, это жесть. А у нас желание есть? Знаем! Есть! Сетевой проект с айтишкой. Для продвинутых ребят нужно лишь идеи немножко, наши парни победят. Создадим альбом профессий. Нет задания интересней. Гейм-девелопер нам нужен. Будет творчеством загружен. Нужен цифровой лингвист. Он айти-специалист. Пусть дизайнер интерфейса станет рычагом прогресса. Он душе своей эстет, аналитик и поэт. Кто-то менеджер контента, клауд-инженер при этом. Кто-то дата-журналист. Кто-то сетевой юрист. Мы тимлидов пригласим. В IT-батле победим. Профи разные нужны. Профи разные важны. Дело было вечером, спорить стало не о чем.